дан старт второго заезда приз памяти Вита для лошадей 4 лет рысистых пород. Бег со старта повел Назар. Тут же Дакар Лок. На третьей позиции Атлант, далее Наполеон. Бег ведет Дакар Лок, на втором месте Назар, на третьем Атлант. На четвертом эстафета Син. На пятом Наполеон. На шестом Шериф Син, на седьмом Паневежес. Первая четверть дистанции пройдена за 34,9 секунды. В борьбе Дакар Лок тут же Назар. В спине у Дакара Лок третий номер Атлант. Далее эстафета Син. Второй номер Наполеон. Шестой номер Шериф Син. И заканчивает дистанцию пятый номер Паневежес. Бег идет Дакар Лок. На втором месте Назар. На третьем Атлант. На четвертом эстафета Син. На пятом Наполеон. На шестом Шериф Син. На седьмом Паневежес. Вторая четверть дистанции пройдена за 33,1 секунды. Бег возглавляет первый номер Дакар Лок. На второй позиции Назар. На третьем Атлант. На четвертом эстафета Син. На пятом Шериф Син. На шестую позицию сместился Наполеон. И на седьмой позиции Паневежес. Третья четверть дистанции пройдена за 31,7 секунды. Бег ведет Дакар Лок. Сбоит шестой номер Шериф Син. Лошади выходят на финишную прямую в борьбе за первое место. Дакар Лок. Уверенно заканчивает дистанцию первый номер Дакар Лок. На второй позиции третий номер Атлант. Заканчивает дистанцию седьмой номер эстафета Син. Подходит к финишному столбу четвертый номер Назар. Заканчивает дистанцию пятый номер Паневежес. Также тут же второй номер Наполеона. И заканчивает дистанцию шестой номер Шериф Син.